Так, девчонки, всем доброе утро. Проведу прямой эфир в ТикТоке и параллельно в Инстаграм. Кому интересно, у кого есть время, пожалуйста, присоединяйтесь. Немножко сегодня займемся сервировкой. Кстати, подключу прямой эфир. Так, еще раз. Так, ребят, девчат, прямой эфир сегодня параллельно Инстаграм и ТикТок. Займемся сегодня сервировкой. Как мне пишут в Ютубе, одна болтовня, слушать невозможно, терпения нет. Сегодня буду отвечать только на те вопросы, на которые посчитаю нужным, чтобы не было лишней болтовни, так скажем. Здесь небольшой заказ, просто сейчас вместе все это оформим, все это дело. Пока подготавливаю ингредиенты. Творожный сыр. Девчонки, спасибо, кто присоединился. У кого есть время, пожалуйста, оставайтесь со мной. Так, творожный сыр. В стороночку. Так, огурчики. Огурчики нарезаем, чтобы они пока мы с вами нарезаем рулеты, чтобы огурцы у нас раскрылись. Чтобы огурчики наши девочки раскрылись. Итак, нарезаем огурцы. Так, попу отрезаем. Все ли видно, девочки? Все ли видно? Пожалуйста, скажите мне, всем ли все видно? Инстаграм, как вы себя чувствуете? Инстаграм, как правило, реагирует плохо. Больше всего реакции идет именно в ТикТок. Значит, режем огурчик. Девчонки, мы так в детстве все резали яблоки, да, если помните. В принципе, тут ничего особенного нет. Нужно чем-то будет украсить наш стол. Видно хорошо? Ну и хорошо, девочки. Далее мы у каждого. Здесь на ноготь не смотрите, у меня анихолизис, ноготь без маникюра, поэтому, пожалуйста, не придирайтесь. Вот так вот прорезаем, прям до глубины. До глубины, чтобы у вас все это потом огурчик раскрылся. Уберем все это в холодную воду и будем нарезать с вами рулеты. Все расскажу по возможности, девочки, все расскажу, все покажу. Так, ТикТок, все ли видно? Хорошо, все видно. Девчонки, давайте поприветствуем, кому интересно, у кого есть время на это. Кто любит этим делом заниматься. И кладем в холодную воду. Вода должна быть ледяная, то есть я сейчас положу все. А потом уберу все это прямо в холодильник. И прямо до самого последнего момента. А лучше такие огурцы делать, девочки, с вечера, чтобы утром не торопиться. Я сейчас тороплюсь. Нужно все успеть и с вами пообщаться. И дать заказчику заказ. Видите, вот так вот открываются они, да? Вот так поступаем с каждым огурцом. Девчонки, новички, кто присоединился? Значит, меня зовут Инна. Я живу в город Киров, 43-й регион. Готовлю банкеты на заказ. Банкеты, банкетные полуфабрикаты, девочки. Полуфабрикатами мы торгуем. Особенно скоро, девочки, Новый год. Да? Не забываем, что скоро Новый год. Что бывает с людьми перед Новым годом? Ну, пожалуйста, ответьте, что с людьми бывает перед Новым годом? Люди, как правило, в сумасшествии бегают за подарками. За подарками бегают. Они не знают свои отчетности, всякие пишут. Им некогда готовить. И мы помогаем этим бедным, замученным женщинам нашими банкетными девочками, полуфабрикатами, которые хранятся в заморозке. Начинаю торговать полуфабрикатами уже с середины декабря. И храню я не у себя, а храним в морозилке заказчика. Всегда говорю, освобождайте свои ящики, убирайте свои старые пельмени, которые можно купить в магазине, убирайте свои старые сосиски, куски мяса, куски фарша и кладите в заморозку банкетные полуфабрикаты. Все банкетные полуфабрикаты, девчонки, делаем мы в закрытой группе. Правила хранения, техника и реализация. Это все в закрытой группе, девочки. Кому интересно, пожалуйста, пишите в личное сообщение, все отвечу. Суета, девочки. Да я суета, я огонь и петух. Вы где-нибудь видели медленного петуха,
который идет медленно. Видели, нет? Вы когда-нибудь видели стрельца медленного или горящий огонь медленно? Это тухнущий огонь, а я живой огонь. Так, пока с огурцами закончу. Далее. Пока работаем с украшением. Сейчас, девочки, начнем пить воду с вами. Всегда на мастер-классах, когда провожу мастер-классы, я говорю, девчонки, никогда перец не режьте с кожурой. Почему? Почему не резать перец с кожурой? Почему? Перец фаршированный, перец гриль. Сначала снимаем кожуру. Девочки, ответьте, пожалуйста, для чего? Для чего мы снимаем кожуру с перца? Так, вариантов ответов нет. Ладно. Вариантов ответов нет. Хорошо. Все. Кладем и тоже все это дело отправляем в холодильник, в воду. Все, поехали, девчонки. Можно постучать по экранчику, чтобы продвинуть видеообзор, вернее прямой эфир, чтобы он как-то продвинулся, чтобы подключить заинтересованных лиц, чтобы секта кулинарок, а я называю свою группу сектой, чтобы секта, да, объединилась с остальными кулинарами. Так, все, убрали холодную воду, еще у меня замочена редиска. То есть отправляется в холодильник, именно в холод. Редис во время холода будет коробить, и редис изогнет, а это все тоже примет надлежащий вид, потом все это увидите. А, откуда-то муха взялась. Цокотуха, позолоченное брюхо. Так, все, можно сделать так. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Начну со шпинатного рулетика. Шпинатный рулет сделан у меня, естественно, со вчерашнего вечера. Творожный сыр, он слежался, он принял форму. Чунки, кто присоединился, большое спасибо. Кто ставит лайки, огромнейшее спасибо. Сегодня подам на белых биоразлагающихся тарелочках. Тарелки биоразлагающиеся. Все, поехали. Обязательно подготовлена мокрая салфетка, чтобы вытирать нож после каждого среза. Сделаю сегодня треугольнички, мои любимые треугольнички. Такую подачу я еще, в принципе, ни у кого не видела. Все подают как-то банально, а у меня треугольнички. Все, девочки, поехали. Техника, нюансы по рулетам. Девчонки, все в закрытой группе. Немножко еще расскажу о группе. Что такое группа, девочки? Группа – это не курс. Когда мне пишете, сколько стоит курс, девчонки, вы немножко не понимаете. Курс – это 10-20 наименований, а потом до свидания. А потом с вами скажут до свидания. Что такое сообщество? У меня сообщество – это сотни блюд, сотни техник, сотни проработок и нюансов, сотни ошибок, о которых я предупреждаю в дальнейшем, что так делать не надо. Это называется сообщество, девочки. Поэтому с курсами не путаем. Это совершенно разные вещи. Все, жопки можно убрать. Значит, у меня один шпинатный рулет и два мясных. Получается, один шпинатный рулет я выложу на одну тарелку. Сейчас посмотрим, как карты лягут. Так, все ли видно?
Тикток видно ли? Вот так. Ох, немножко тикток не видно, да? Немножко наклоню экранчик вот так, чтобы было видно. Вот сделаем такие вот с вами кругляшки. Угу, сюда. Сюда. Как заметили, у меня шпинат рулет, он тонкий. Он тонкий. Тонкого рулета хватит на большее количество человек. Либо мы делаем толстый, либо мы делаем толстый, и у нас хватает как бы меньше кусочков. А когда у нас рулет тонкий, тут хватает на гораздо на большее количество человек. Все, два цветочка у нас есть, два кругляшика. Все, работаем со вторым. Вот такие треугольнички. Если мы не будем вытирать, девочки, нож, вот так, вот эта вся творог останется на рулете, и рулет будет как бы он будет запачкан. Поэтому каждый срез вытираем в обязательном порядке влажной салфеточкой. Как попасть в сообщество? Девчонки, запишите мой номер телефона, пожалуйста. Можете писать в WhatsApp. Приготовьте ручки, бумажки, кого интересует сообщество. И после эфира, девочки, я вам отвечу. Приготовили ручки, бумажки? Если это Instagram, можно написать в личное сообщение в Instagram. Если это TikTok, то записывайте номер телефона. +712 734 1947, девочки. Можете прописать на экране. Кому нужно, информацию возьмет, кому не нужно, останется просто в прямом эфире. Вот смотрите, сколько получается кусочков. А если взять целый рулет, обычный стандартный, там получается кусочков, ну, может быть, 20. А так получается прям вот много. Можете сосчитать, сколько же здесь получается кусочков. Все. Потом поставлю сюда огурец, что-то еще сбрызну где-то чего-то, чем-то. Так, шпажки, черненькие шпажки, брутальные вставляем сюда, чтобы можно было наколоть, то есть создаем уже красоту, не просто выкладываем рулет тупо порезанный, да, а делаем из него красивую подачу. Девочки, все ли видно? Тыдыщ. Можно, конечно, прозрачные шпажки использовать, но черный цвет, мне кажется, более брутальный. Так. Вот так, девчонки, формируются ваши заказы. Спасибо за лайки. ТикТок активный, любимый мой ТикТок. Спасибо огромное вам за лайки, за активность, девочки. Сейчас с вами перейдем к мясным рулетам. У кого есть терпение, пожалуйста, оставайтесь. У кого терпения нет, запись эфира, она сохранится, девочки. Запись эфира сохранится. Так, все. Дальше у меня сорваны цветочки. Вот такие цветочки сорваны. Вот такие. Можно любые, можно розы, мимозы, все что угодно. Хочется в серединку, прям напрашивается, сюда положить какой-нибудь цветочек. Это же у нас цикорий, девочки, или как это называется? Цветы. По-моему, цикорий. Вот так вот украсим. Мы же девочки. Черные маслины положить.
Девчонки, можно все что угодно. Можно маслину наткнуть на шпажку. Просто это получается удорожение. Это удорожение нужно согласовывать с заказчиком. Нужны ли ему маслины на шпинатном рулете? Это должно быть согласовано. Так, все, пока вот это дело отправляется в стороночку, девочки. Чуть попозже сюда поставим огурец, что-то еще сюда доложим каких-то элементов. Все, пока все. Все, приступаем к рулетам. Так, досочку. Удорожание, правильно говорить. Удорожание. А я как сказала, не так, что ли? Может быть, я ошиблась. Прошу прощения. Так, девчонки, кто не знает, я с училища, если что. Так, рулет треугольный и рулет мясной. Нужно как-то разложить на две тарелочки, скорее всего, да? Угу, да, я об этом не подумала. А я-то думаю, а как это все заказчик перевозит, чтобы оно не навернулось? Девочки, переезжаем в медленном темпе. Спасибо за лайки. В медленном темпе, не торопясь, везем, как будто маленькое дитя. Все это дело перевозим, транспортируем. Так, все, ножичек чистый, нож должен быть, да, девочки, наточен. Далее, сейчас нарезаем рулет. Рулет, это куриный рулет. И вы знаете, всегда говорю, что вот эти рулеты, они как снежинки. Они каждый раз, даже каждый разрез, он будет разный. Охотничья колбаска дает свой аромат, фарш дает свой аромат, перчик дает свой аромат, и сам состав фарша тоже уже отработан. Если мы добавляем в состав, допустим, другой вид фарша, вот, к примеру, здесь, да, со шпинатом, то его тоже добиваем другими специями, девочки. Это все, об этом мы все проговариваем в закрытой группе. Все, поехали. Все рулеты запекаются с вечера всегда, чтобы рулет, белок сжался. Белок, это же белок, он сжимается, да, как яйцо. Пока оно горячее, оно мягкое. Остынет, оно становится холодным. Я так наглядно показываю кулаком, да? Прям наглядно. Даже кто не понимает, и то поймет, как это так. И дальше еще будет мясной рулет. Угу. Тут немножко отошло, но ничего страшного. Все, поехали. Все ли видно ТикТок? Немножко не видно ТикТоку, да? Нам нужно этот рулетик разложить на две тарелочки. Девчонки, пожалуйста, поднимите руки, кто со мной впервые. Смотрите, какие разрезы интересные, да? Вот в этот раз я колбаску охотничью выложила по-другому. Не так, как обычно, не целиком. У меня нет сегодня в серединке кружочка. Другой разрез совершенно. Девочки, давайте я же ТикТок поднесу, покажу разрез вот поближе. Смотрите. Вот он разрез. Посмотрите, какая красота. Красота, господи, камера шевелится. Красота необычайная. Господи, необычайная. И знаете, вот я нарезаю, и от рулета идет аромат. Тут у меня соль моя, целый бочонок прямо мешает мне в кадре. Прям мешает. Ага. Так, все, поехали. Оформлять вторую тарелочку, да, девочки? Ага. Сейчас поняла, почему у меня отлепилось. Поняла. Край отошел. Знаете, почему? Знаю. Пропишу в комментариях, почему у меня край отошел. Как вы думаете, почему у меня отходит нижний край? Вот, торопилась. Все ведь знаю. Все знаю нюансы. А сама бывает, косяки тоже делаю, понимаете? Ведь понимаю, почему так. И думаю, зачем я так сделала? А вот кто-нибудь позвонит, отвлечешься, и что-то как-то раз уже потом что-то немножко и отвлечешься, да. Вот так вот. Все. Выкладываем. Очень красиво. Девчонки, красиво. Очень эффектно. Очень красиво, на самом деле, да. Жопку даже не хочу здесь выбрасывать. Жопку сейчас я ее уберу, знаете, туда,
Сюда спрячу, вот сюда. Вот здесь пусть она лежит. А рулетик немножко еще разверну вот так, вот таким образом, чтобы он был читаем, чтобы его было видно, девочки, да? Вот так вот. Вот так развернем. Вот он уже виден. Он не закрывает уже лепесток за лепестком, не закрывает. Да? Смотрите. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Вот. Вот и местечко стало на тарелке больше. Все. Так, дальше. Мясной рулет. Мясной рулет. Тоже мясной рулет, конечно же. Ага, у меня еще вот одна жопочка. Еще одна осталась. Нужно куда-то ее спрятать. Вот сюда спрячу. Вот сюда. Все. Так, мясной рулет запекался тоже с вечера. Естественно, с вечера. У меня два рулета. Это у нас с лесными грибами. Да, с лесными грибами. Тут немножко сыр вытек. Вот так вот бывает тоже. Видите? Это где стрим? Здесь идет инста, да. Здесь идет инста. В инстаграм, девочки, запись сохранится. Заходите в инстаграм. Запись можно будет пересмотреть в инстаграм. Либо, девочки, на YouTube я тоже выложу запись. Если, конечно, скачаю, если скачаю, запись выложу в YouTube. Так, все, поехали. Мясной рулет. Мясной рулет с лесными грибами и сыром. Заказчица хотела сделать два треугольных рулета. Я говорю, зачем вам два одинаковых рулета? Давайте сделаем вам, допустим, один треугольный и один мясной с лесными грибами. Пока лесные грибы есть, работаю с лесными грибами. То есть, чтобы у вас был какой-то ассортимент, так скажем. И на этом мы, как сказать, согласовали. Лесной гриб пожарен, естественно, с луком. Доведен до вкуса. Там еще лежит чесночок. В морозильной камере держать не надо. Зачем же держать в морозильной? Нет, он хранился в заморозке, да, когда я его делала. А потом уже все мы берем и запекаем. Так, швом положу вниз. Так, не видно. Ага, в инстаграм не видно, вижу, что не видно. Смотрите, когда вы сервируете тарелку, любые какие-то косяки, какие-то есть косяки, да, косяки убираем куда-нибудь туда вниз. То есть никогда сюда наружу не кладем косяком вверх. Все делаем так, чтобы скрыть все нюансы. Как нам накладывают ягоды, да, на рынке. Сверху кладут красивые, хорошие, а вниз, когда мы приходим домой, внизу видим маленькие. То есть здесь точно такой же принцип. Точно такой же принцип сервировки блюда. Все, один рулет идет сюда, другой рулет пойдет на другую тарелку. Вот смотрите, уже получается нарядно, да? Уже получается празднично. Сейчас немножко еще их поплотнее сожму, вот так вот, и доложу оставшиеся кусочки. Вот так вот. Вот так вот, все. Вот получается вот такая уже красивая тарелка. Все, точно так же поступаем с другой тарелки. Девчонки, посмотрите, какая красота, ТикТок. Посмотрите, как красиво. Вам немножко не видно? Вам не так видно, как Инстаграм, девочки. Все, пока убираю в сторону. И останется самая малая вещь – это украшения. Почему косяки? Можно просто сказать, почему косяки. Но я же сейчас вижу, допустим, вот вижу, что у меня сыр вытек, понимаете? Вижу, что сыр подтек. Вот он лишний весь у меня тут, который я сверху вытираю. Соответственно, сыра осталось внутри мало, соответственно, меньше, чем требовалось. Так, Инстаграм со мной вообще не разговаривает, да, Инстаграм? Ну, ничего страшного.
Это же Инстаграм. Он практически не разговаривает. Так, все лишнее убираем. Вся эта смокота, можно, конечно, хлебушком все это замокнуть, вот это все дело, и съесть, понимаете? Это же все смачно, это же все вкусно, сливочно. Смотрим. Так, все, поехали, девочки. Эфир сегодня недолгий. Девчонки, все ли я понятно объясняю? Где вы купили рулеты? Девчонки, делаем самостоятельно. Для новичков, кто сейчас присоединился, давайте я объясню, кто присоединился. Провожу обучение, девочки, онлайн. Рулеты делаем самостоятельно. Ничего мы не покупаем, мы наоборот делаем и продаем. Делаем и продаем, делаем и продаем. Продаем как полуфабрикаты, также продаем в готовом виде, девочки. Все это обучение у меня на платформах, на в сообществах, где я все это рассказываю, все это показываю, всегда на связи. Я не поняла, что это прямой эфир. Да, девочки, прямой эфир, это прямой эфир, да. То есть все нюансы я рассказываю, показываю, если что-то потом не сказала, я потом еще договариваю, дописываю, что вот так-то бывает вот так, а вот так-то бывает вот так. То есть все нюансы, они проговариваются, и в принципе смотрю в чате у девчонок, все получается. Все получается, и очень даже выкладываю, девочки, в сторис. Кто увидел сторис, выкладываю фотографии работ девчонок, потому что искренне радуюсь за девочек, искренне радуюсь. И я вижу, как они сами радуются. А у меня вот так, а у меня такой сегодня заказ, а у меня такой. И прямо хочется их похвалить, когда присылают отзывы от своих заказчиков тоже. Радуюсь вместе с ними, радуюсь вместе с девчонками. Опа, 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 вот сырок-то вытек, видите? Вытек сыр наружу, а сыр, действие сыра должно быть такое, чтобы скреплять наш гриб внутри рулета. Вот видите? Вот о чем я и рассказываю всегда, в этих нюансах. Так, сейчас все разрежем и будем, девочки, с вами украшать. Здравствуйте, как у вас все красиво, я тоже люблю. Хорошо, девчонки, спасибо. У нас секта кулинаров, я называю это сектой на самом деле, потому что здесь люди, ну, обнесенные. Они обнесены на самом деле по приготовлению красивых блюд. Красивых, вкусных блюд. В красивой подаче. Это на самом деле нужно любить свою профессию настолько, чтобы вот этим всем увлекаться. Есть такие, которые пишут: ой, я боюсь, я боюсь, я боюсь. Я говорю: ничего не бойся. Жизнь одна. Живите здесь и сейчас, да, девочки? Как кричит Оля Бузова со сцены в микрофон. Я поддерживаю полностью слова Оли Бузовой, хотя я и не ее фанат, но живите здесь и сейчас, и ничего не бойтесь. Мы ни у кого ничего не своровали. Мы творим шедевры. Так, все, сейчас будем украшать наши две тарелочки, да? Как поставить, чтобы было видно. Все, сейчас я достану огурчики. Я смотрю, не из кулинарии, а потом, что вы человек очень приятный. Спасибо большое, девчонки, спасибо за поддержку. Примите мой запрос, девочки. Я во время эфира ничего принимать не могу. Сами понимаете, это эфир. Могу только после эфира. Так, достаем нашу кастрюльку с огурцами, с перцем, да? Так, сейчас нужно как-то это вот все оформить, да? Вы знаете, раньше, помните, в 90-е. Я не сейчас, я уже 3 недели жду. Так, девочки, кто ждет, какой запрос? Пожалуйста, пишите мне сообщение. Не просто кидайте мне запрос, а напишите сообщение, что запрос. Я в группу закрытую принимаю только после, девочки, оплаты. Без оплаты запрос будет висеть, я его не приму. Продолжу. Как мы раньше накрывали в СССР? Да, даже еще 10 лет назад. Вот здесь выложим салатные листья, которые потом дрябнут, ветрят, и никто их никогда не ест. Все листьями, либо листьями петрушки, да, выкладываем. Сейчас мы немножко занимаемся не так. Сейчас мы немножко делаем по-другому. Вот наши огурчики, смотрите, они уже раскрылись.
Продукты из воды идут через салфетку, чтобы вода вся осталась в салфетке. Все стряхиваем и выкладываем в салфеточку. Вот они, огурчики. Наше украшение. Не факт, что все огурцы уйдут на украшение. Далеко не факт. Перчик еще не закрутился. Перчик тоже сейчас выложим с вами. Так, вот он, перчик из воды. Наша красота. Наше яркое пятно, девчонки. Эти все украшения делаем с вечера, чтобы вы не торопились в дальнейшем. Все тоже отправляем в стороночку. И еще у нас редис. Еще у нас редис. Сейчас посмотрим, как лягут карты. Тоже все идет у нас через салфетку. Все из воды, поэтому все лишнюю влагу все промакиваем. Нам вода здесь не нужна. Все, подготовили рабочее место. Да? И теперь смотрим, куда же мы... Ой, рулет убежал. Куда же мы, девчонки, куда же мы здесь поставим наше украшение? Куда же, куда же, куда же? Так, творожный сыр. Так. Ну вот сюда можно поставить, да? Розу, допустим, сделать не то чтобы розу, а украшение из редиса. А можно, в принципе, знаете, как сделать? Сейчас вот я думаю, и может быть вот это вот дело-то расширить. И вот сюда, вот так вот, вот, и вот сюда в луночке сделать редиску поставить, да? Вот сюда. Немножко это сжать. Вот так расширить. Да, девчонки, как считаете? Девчонки, Инстаграм, зайдите, кто в ТикТок, зайдите в шапку профиля мою в ТикТок, и там есть ссылочка на Инстаграм. Либо на Ютуб зайдите, напишите, я вам все потом дам все ссылки, все, как сказать, пароли, явки, как зайти, как найти. Так, и вот сейчас будем редисочку сюда впихивать. Впихивать. Девчонки, Инстаграм все видно? Все, просто лепесточки, редисочки. Никаких этих листьев салатных. Нафиг они нужны. Все это уже устарело. Все это уже не актуально. Надоели эти все листья. Никто их никогда не ел и не ест. И есть не будет эти листья. У меня здесь начинается с вами. Заканчивается с вами. Спасибо большое. Спасибо, девочки, кто со мной. Кто со мной? Спасибо большое. Вот как-то так вот делаем. Цветочек можно пошире сделать. Редиску тоже лучше сделать с вечера, чтобы ее начинает коробить, ее начинает гнуть. А когда ее гнет, она получается такой очень интересной формы. Так, здесь... О, девочки, так хочу пить, когда я много говорю в эфире, я прям хочу, у меня прям аж сушняк, так хочу пить, сил нет. Вот как-то так, да? Кушать захотелось от такой красоты. Девчонки, кто ест, пожалуйста, приятного аппетита. Если хочется помочь Пашке, девчонки. Спасибо за розочки, девочки, ТикТок. Спасибо огромное. Пальцы у всех толстые, пальцем туда не помочь. А вот именно шпажкой очень хорошо подбираться туда и прям так вот утыкивать. Прям туда вот хоп. Хоп. Вот вам и цветочек, да? Маленький, аккуратненький цветуечек. Так, тоже намазалась тут. Вот так вот. И всегда я еще в это дело добавляю каплю какого-нибудь соуса для яркости вкуса. Какого-нибудь соуса сюда обязательно. Вот я еще добавлю сюда. Вот так вот сюда еще добавлю чуть-чуть. И еще высадим лепесточков сюда. Вот так вот, да? Так, сейчас соус принесу. Смотрите, уже гораздо ярче, да? Зелень в меру тоже не лишняя. Зелень в меру, конечно, не лишняя. Нет, зелень должна быть, естественно. Допустим, давайте сделаем свит чили. Такой соус, который подходит, в принципе, ко всем блюдам. Вот она, вкуснота пошла.
Вот она пошла вкуснота. Да? Угу. И вот смотрите, пошли наши девчонки, город Киров. Живу город Киров, область Кировская. А может даже, знаете, может даже и не нужно затмевать рулет. А давайте-ка не будем мы его затмевать, да? Чтобы он был читаем, чтобы было читаемо, что же там внутри. Не будем раскидывать вот эти лепестки, а сделаем вот сюда. Вот, сделаю сюда шапочку, вот такую шапочку из перчика. Все, на этом все. И добавлю немножко вот сюда зеленушечки. Девочки, сейчас сервировка, да, стола. Получается, вот смотрите, уже ярче, красиво, да, со всеми красками. Зеленые, красные, желтые краски уже смотрятся красиво. Кучками тут уже некуда накладывать. Так, пошли со второй тарелкой работаем. Разница есть, да, смотрите, между тарелками, да, пусто, а здесь как будто уже густо, да. Все, девочки, поехали. Кстати, вот сюда можно сделать огурцы. Сюда ведь можно сделать огурчики, да, девочки? Чтобы они не были совсем прям как близнецы-братья. Давайте сюда поставим огурчиков. Допустим, сюда. Хорошо. Вот так вот, хоп. Огурчик сюда раз. И огурчик сюда два. Сделаем так. Угу. Угу, угу. А сюда сделаю лепестки. Давайте все-таки немножко продублирую. Сделаю лепестки редисочки сюда вот. Вот так вот. Девочки, смотрите, ведь украшение совсем простое, да? Вообще простое украшение. Тут вообще, в принципе, тут даже ребенок сделает. Вот так редисочку подсунем сюда. Вот так вот. Сюда немножко. Рулетик отодвинем. Ну, как-то вот так, девчонки, происходит сервировка блюд. Как-то вот так. Нет никаких-то таких, прям, знаете, премудростей. Все абсолютно просто. Получается у каждого, девчонки. Просто нужно немножко даже... Ну, подключить фантазию, все будет уже будет по-другому. Как вы огурец вырезали? Девчонки, запись эфира будет сохранена, и запись потом я это выставлю в YouTube и выставлю в Instagram. Поэтому увидите, как вырезан огурец. Вот он немножко еще не открылся, чуть-чуть еще не открылся. Нужно время. Девочки, спасибо, кто подписался. Обычно подписываются те, кто любит кулинарию, кто любит готовить. Обычно это те девочки. Ну вот все. Тоже может сюда немножко булькнуть соуса. Немножко тесновато огурцу. Хочется немножко раздвинуть вот так вот. Тоже сюда булькнуть соуса нужно к огурчику, да? И все на этом. Люблю готовить. Я знаю, что здесь все, кто любит готовить, да? Кто любит кулинарию, кто любит украшать и кто любит удивлять своих близких гостей. Девчонки, напомню, кто только что присоединился, есть сообщество по обучению, где сотни блюд, девочки, сотни, не 10-20, а именно сотни блюд, которые мы готовим. Так, ну что ж, можно тоже дополнить сюда перчиком, вот сюда, да, в уголочек тоже для яркости, и все, то есть блюда уже выглядят немножко по-разному, да, они схожи, но выглядят по-разному. Все, это дело убираем. Так, и возвращаемся к шпинатному рулетику. Вот, смотрите, тоже серединка у нас пустая. Ну что, будем огурец сюда совать или что? А, девочки, что сюда сделаем? А знаете что? Наверное, сюда лимон. Наверное, лимон, не огурец, а, девочки? Что сюда положим? Скажите, пожалуйста, мне. Просто вот нужно какую-то вот эту дырочку занять. Или, может быть, не занимать ее, а? А может быть, сюда, хотя перца больше нет. Горсточку перчика можно. Либо лимончик. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Из ингредиентов доделаем с вами шпинатный рулет, и на этом я закончу.
Давайте все-таки лимончиком сделаем. Все-таки лимон как-то ближе к рыбке, да, напрашивается. Да, девочки, соглашусь с вами, что огурец сливается, зеленый-зеленый сливается, поэтому огурец сюда не будем класть. Не будем класть. Все, делаем завершающее украшение. Прорезаем. Прорезали, вот так вот изогнули. Раздвинули наши, чтобы лимон не касался продукта основного. Он не должен касаться основного продукта. Немножко дали ему место, лимончику. Девочки, интересно ли вам? Хотя бы скажите хоть одно слово, да или нет? Одно слово. Интересно, неинтересно? Стоит мне выходить в эфир или не стоит выходить в эфир, девочки? Мне очень важно знать ваше мнение. Чтобы я здесь работала не в холостую, так скажем. Вот так вот. Вот так. Да, да, да. Спасибо, дорогие, спасибки. Спасибки, спасибки. Так, дальше. Можно присыпать черным кунжутиком. Надо чаще выходить. Женьки, нет времени, верите, нет. Чаще-то чаще, я все понимаю. Нет времени. Бывает настроение просто-напросто нет, понимаете? Итак, наш сегодняшний заказ состоит из... Ну, как заказ? Я просто взяла, потому что... Смотрите, почему я взяла этот заказ, девочки? Я обычно не принимаю такие маленькие заказы. Потому что любой маленький заказ – это трата моего времени. Далее, рулет вот этот треугольный хранится в заморозке. Это очень удобно. Мясной рулет хранится в заморозке. Мне несложно достать рулеты и их запечь. Все. А шпинатный делается, девочки, за 1 час. Ну и вот прошла сервировка. То есть потеря моего времени в день выдачи – это 2 часа. Все. И то это с прямым эфиром. Если бы не было прямого эфира, я гораздо все быстрее, девочки, сделала бы. Поэтому почему бы не принять вот такой маленький заказ, который, в принципе, мое время не украл. Девчонки, все, буду прощаться с вами. Буду прощаться с вами, девочки, до новых встреч. Кому интересно, пожалуйста, подписываемся, ставим лайк. Ну и, конечно же, присоединяемся, девочки. Все, всем пока, дорогие, всем пока, отключаюсь. Все, чмоки-чмоки, всем, девочки, добра, здоровья. Ну, еще не отключается. Так, здесь завершим.